Я шагаю по Москве. Маршрут к звездам. Поехали! Первым делом найдем бюст автора этой знаменитой фразы. Как будто правда, что Млечный Путь Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Москвичи ликуют. Спустя 3 года после полета Гагарина и за 44 года до первой башни Москвы-Сити в столице открывается вот этот 100-метровый гигант из титана. Тысячи москвичей собрались на митинг, посвященный открытию монумента покорителям космоса. В те годы людям казалось, что в эти годы будем уже галактики другие покорять, а не вот это вот все. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодно. Вынуждены констатировать, это маршрут не про звезды, это маршрут про звезд. Звезд советской космонавтики, сделавших для нас чуть ближе эти яркие точки на небосводе. Я шагаю по Москве, прямо к звездам.